Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Oblivion. Мы находимся в подвале маяка в Энвере. Мы обнаружили здесь довольно-таки неприятные находки. Мы сюда пришли по уликам. Нас предали. И последние приказы, которые мы выполняли на Темное Братство, оказалось, что выполняли мы их на человека, который задумал всех их уничтожить за то, что в детстве Темное Братство уничтожило его мать. И сейчас под удар поставлены абсолютно все. Нам нужно направляться к Люсьену Лашансу на ферму Apple Watch и предупредить его об опасности. Энвилл, надо сказать, городок довольно красивый. Мне очень понравился. Так, ну что, давайте двигаться. Apple Watch у нас, насколько я помню, находится... А мы сделаем проще. Мы сделаем вот так вот. Вот оно, недалеко от Брумы. Ну хорошо, давайте посмотрим. Вообще в Энвилле, насколько я понял, куча просто интереснейших квестов. Но за них мы возьмемся попозже. Сейчас у нас есть другие задания. Так, лесник, ты что тут делаешь? Привет, Анигриф. Я скучал. Хорошо, пора уж покончить с этим бардаком. Сколько мы людей поубивали, не виноватых ни в чем. Душитель, наконец-то! Не переживай. Кризис, что грозил Темному Братству, окончился. Я Аркуэн, уведомитель Черной Руки. Как видишь, мы разобрались с предателем Люсьеном Лашансом. Больше ты не будешь игрушкой в его руках. Япона, мать! Похоже, Лашанс хотел отомстить Темному Братству. Уж не знаю за что. И использовал тебя для выполнения идиоты, всей грязной работы. Идиоты, что вы наделали? Но теперь мы можем начать все сначала. Я произвожу тебя в уведомители. Ты займешь место Люсьена Лашанса в Черной Руке. Поздравляю. Как ты знаешь, Черная Рука в тяжелом положении. Лашанс приказал тебе убить нас всех. Нас пятеро, включая тебя. Это все, кто остался в живых. Что еще хуже, ты убил слушателя. Черная Рука без слушателя – это как рука без большого пальца. И преемник слушателя тоже мертв. Поэтому у нас нет другого выбора, кроме как прибегнуть к древнему ритуалу. Мы должны пробудить мать ночи ото сна и просить ее совета. Между полуночью и 3 часами утра спроси меня о матери ночи, и мы отведем тебя в дом нашей леди. Только тогда начнется этот ритуал. Япона, мать, что вы наделали? Вы же все сделали именно так, как этого хотел. Этот псих, этот предатель. Бедный Люсьен, Акаки, теперь я понимаю, как ты умер. Хорошо, что ты со мной с Кареми в форме призрака хотя бы. Ну да ладно. Когда мы обвинили Лашанса, он пытался защищаться, пытался заявить о своей невиновности. Но мы не будем слушать лживых речей предателя. Как видишь, у него не было шанса противостоять объединенным силам Черной Руки, хотя мы сейчас и ослаблены. Нормально. Хорошо, про мать ночи я у тебя смогу спросить прямо сейчас, потому что время вроде как подходящее. Да заключит тебя мать ночи в свои холодные объятия. Да вложит мать ночи мозг в твою пустую голову. Что вы наделали? Приветствую, уведомитель. Япона, мать. Да вы же мудаки просто все. Да как так можно? Служить матери ночи. Блин, мне в первый раз жалко персонажа компьютерного. По-настоящему. Блин, он же ни в чем не виноват вообще. Приветствую, уведомитель. Привет, какое у тебя доброе лицо. На мне сейчас лежат в основном управленческие обязанности. Я так давно не обогрел руки в крови. Я получил наслаждение от убийства Лашанса. Круто, чё, молодец. Наш повелитель. Слава! Отцу ужаса! Козырный меч у тебя. Да будем мы вечно служить мать. Наши проблемы почти закончились, брат. Скоро мы навестим мать ночи, и она, вне сомнения, наставит нас на путь истинный. Мы вчетвером напали на него одновременно. Это было так грациозно и прекрасно, как балет, блеск стали, потоки крови. Идиоты, да прибудет идиоты, с тобой, Люсьен, Япона, мать.
Люсьен Лашанс был убит, растерзан, изувечен черной рукой. Очевидно, они сочли его предателем и наказали соответственно. О, они им челюсть нижнюю вырвали. Приветствую, уведомитель. Ты как зато нечестивый уведомитель. Такое прекрасно. Приветствую, друг уведомитель. Добро пожаловать в черную руку. Я так рад видеть тебя целым и невредимым. Тебе непременно нужно полюбоваться на его тело. Это настоящее произведение искусства. Колотые и резанные раны — просто поэма. Плохо умер Лашанс. Тень смерти всегда скрывает тебя. Вот с таких вот и получаются призраки. Да будем мы вечно служить матери ночью. Ну, черная рука приветствует тебя. Пока что мы действуем именно так, как этого хочет этот психопат. Дорогой уведомитель, когда тьма окутает империю, мы сможем отправиться к месту успокоения Матери Ночи и начать ритуал. Да знаю я, пойдем. Мать Ночи нужно пробудить, чтобы мы могли получить ее наставление. Дай мне знать, когда сможешь отправиться к месту ее успокоения. Не успокоение, а упокоение. Что ж вы, переводчики? Ну ладно, пойдем. Очень хорошо. Да начнется путешествие черной руки во тьму, которую мало кто может представить. В путь! Мать ночи ждет! Да, дела. Я обожаю эту игру. Вот мать ночи. Местные называют эту статую «счастливой пожилой леди». Они понятия не имеют, какое счастье им выпало. Эта каменная статуя маскирует вход в самую почитаемую нечестивую святыню Темного Братства, склеп самой Матери Ночи. Это в Энвиле, что ли? Через минуту мы начнем. Я произнесу заклинание, мы спустимся в склеп и будем просить аудиенции у Матери Ночи. Знаю, происходящее могло ошеломить тебя, милое дитя. Просто следуй за мной, и все будет в порядке. Теперь давай посмотрим, что кроется в будущем. Ну, давай. Нечестивая Матрона, мы из черной руки, и мы умоляем тебя. Яви себя нам, о великолепная мать ночи. Мы ищем твоего совета. Ого. Задание открыло тайную дверь в склеп матери ночи. Мне нужно последовать склеп вместе с остальными членами черной руки. Очевидно, когда мы придем туда, предатель попытается уничтожить мать ночи. Мне нужно остановить его любой ценой. Ветрище поднялся, да? О, настоящая буря. Ох, быстрее, сейчас намочимся. Фу, шумно-то как стало. Кто позволил себе надругаться над могилой? Кто потревожил мой покой? Дрожайшая мать ночи, нечестивая дева, пожалуйста, мы молим о твоем снисхождении в час великой нужды. Черная рука ищет твоего совета и наставления. Ах да, я ожидала вас. Слушатель сейчас стоит на коленях перед Ситисом, как и его предшественник. Среди вас есть предатель. Предатель мертв, дрожайшая мать. Мы молим о твоем благословении. Назначь одного из нас твоим слушателем, дабы могли мы восстановить черную руку. Глупая девчонка. Люсьен Лашанс верно служил Ситису. Довольно. Вы все ответите за боль, что причинили мне. Черная я уничтожу вашу мать ночи, и темное братство падет. Невозможно. Какое предательство! Предатель все еще жив. Это Матье Беламон. Не дайте ему добраться до Матери Ночи. Убейте его. Убейте. Вы убили мою мать. Как я тебя убью, если ты меня с двух ударов в закрытом помещении? Офигеть. Нормально так. Как там говорят, толково. Фу, хорошо. Ну, ладно. Кто позволил себе надругаться над могилой? Кто потревожил мой покой?
Короче, как паника начинается, мне нужно выбираться, потому что здесь он меня вынесет с двух ударов. В час великой нужды черная рука ищет твоего совета и наставления. Предатель. Ах, да, я ожидала вас. Слушайте, сейчас стоит на коленях перед Ситисом, как и его предшественник. Среди вас есть предатель. Предатель мертв. Блин, а как тебя убить мать? Вообще? Мы молим слишком закрытое помещение, слишком большая Назначь разница в уровне. Назначь одного из нас твоим слушателем, дабы могли мы восстановить черную руку. Глупая девчонка. Интересно. Люсьен Лошан служил Довольно. Ситису. Вы все ответите за боль, что причинили мне. Черная Я уничтожу вашу мать ночи, и темное братство падет. Восстановление невозможно. Ну да. Не! Не, с одного удара, капец. Предатель все еще жив. Это да, блин, выпустите меня, хватит, я двигаться не могу. Совсем плохо. Сотно пролезает, да? Капец, рвет просто. Хорошо, куда мне спрятаться можно? Вон, куда можно спрятаться, чтобы не задел? Какое предательство! Предатель все еще жив. Другому не выживу. Не дайте ему добраться. Да ладно уже, ну. Господи, ау. Ага, да-да-да. Да, блин, застреваю еще. Смотри, все равно даже тут задевает. Офигеть. Да, это будет очень легко, я вижу. Ну, хорошо, придется попариться. Нужно где-то найти место, где он не сможет с нами ничего сделать. Предательство. Предатель все еще жив. Это Матье Беламон. Да ты запаришь жену. До матери ночи. Убейте его. Бей его, бей. Он меня сейчас вынесет. Теперь смотри, сколько я ему сношу. Я тебя не боюсь. Все, мне жизнь убавляется уже. Ну да. Это капец, ну как вот это вообще возможно? Ох, хорошо. Ты думаешь, я под впечатлением? Нет, нужно найти забагованное место. Нет, отнюдь. Иди. Да блин, ты посмотри. Вот так вот. Ушло. По-другому я тут не выживу, ну, понимаете же, да? Да, снимаю я, у него просто гигантское количество жизни. Так, может у меня там стрел-то нормальных нет уже. Стрела углей одна. Ритуал дракона, кстати, разрядился, что ли? Нет, вроде. А, ну да, Жоржи. О, нормально. Так, серединами. Давай, сейчас запинаем. Умри, тысяча проклятий! Да, но в таких моментах можно и запороться. Отойди, ты не мешаешь. Бей его, бей. Ломай, ломай! Блин, ты посмотри, да? Первый раз, когда баланс совсем не в мою пользу играет. Хорошо. Предатель Матье Беламон мертв. Время кризиса для темного братства закончилось. Мать ночи должна назвать нового слушателя. Нужно подождать и узнать, что она скажет. Стрелы-то потратили. Итак, наконец мы встретились. Я следила за твоим удивительным продвижением в темном братстве, дитя. Затем, как был убит старик Бенлин, как казнен был Адамус Филида, как были выслежены и погибли все члены семьи драконисов. Затем, как очищено было Чединхольское убежище, тебе, мелкой сошке, даже удалось в одиночку истребить половину моей черной руки. Продолжай. А, ты проявляешь стоицизм? Ты хранишь молчание, представ перед моим ликом. Твоя безмолвная покорность достойна похвалы.
Если бы все мои дети проявляли такое же почтение ко мне. Видишь ли, я знала о намерениях Матье Беламона еще с тех пор, как он был мальчиком. Я знала о его жажде мести. Я могла бы сообщить об этом моему слушателю, но я не стала. Не стала поощрять некомпетентность. Ангалим был слаб. Да, я позволила Матье Беламону воплотить в жизнь его разрушительный план. И я же позволила тебе остановить его. Ну хорошо. Наш отец ужаса предвидел, что ты убьешь предателя здесь, в этом самом склепе. Тебя избрали. Ты будешь моим новым слушателем. Ты обладаешь и силой, и острым умом, и сердцем черным, как полночь. Ситис отметил тебя еще в момент твоего появления на свет. Я слушатель? О, ну ладно. Безмолвный слушатель? Хорошо. Ибо пришло время осмыслить все, что случилось. И, пожалуйста, возьми из сокровищ этого склепа все, что пожелаешь. А потом заговори со мной, и я доставлю тебя в то единственное место, которое ты по праву можешь называть домом, в убежище Чединхола. Тебе предстоит очень большая работа. Когда ты окажешься в убежище, поговори с Аркуэн. Она будет тебе слугой и советчиком. Ну хорошо. Мне очень понравился твой кинжал. Я его, пожалуй, возьму с собой. Роба черной руки. Может, в робе походить? Даже не знаю. Костюм, конечно, покрасивше, но похуже. Доспехи, видите, тут на 8 единиц. Так, где роба? Вообще нужно всякий вот этот мусор выкинуть. Его, конечно, можно продать, но мне деньги не сказать, что сильно нужны. Подожди, где она? Я же взял. Вот она. Защита, конечно, не такая, да? Тут 9 защита. И, честно говоря, вид ее не очень нравится. Хотя, ну-ка. Так, тихо, подожди, не делай этого. И мы перегружены, и нам по-любому придется выкинуть, скажем, эту эльфийскую ерунду. Ну, для походов на природу, конечно, не самая подходящая одежда, но почему бы нет? Раз уж дают. Возьмем. Так, какие сокровища? Давайте осмотрим все. Бедолаги. Мне это более нужно, чем тебе. Неплохо. Так, отлично. Пустырник. Хорошо, давайте уже обыскивать. Что у нас тут? Тут у нас короткий меч рассеивания. 4 плюс рассеивание 25. Стрелы обязательно возьмем. Перчатки тяжелые, щит нам не нужен. Заполненный камень душ обязательно пригодится. Маленький камень душ неплохо. Так, ну это все пусть остается тут. Мне просто некуда это девать. Если только продать, я пока не вижу в этом смысла. Конечно, в комментариях разразится буря опять по поводу того, что я не взял их любимый топорик. Но я не хочу. Это моя роль, мой отыгрыш. И я поступил ровно так, как посчитал нужным. Так, булава оберега, длинный меч ожога, 10 плюс 7, 17, круто. Блин, нравится.
Кирас восстановления, тяжелые доспехи, легкие доспехи, броня 2, сопротивление холоду. Ну ладно, вот камни возьмем, а это пусть остается другим членам братства. Я думаю, это больше пригодится. С возвращением! Надеюсь, ты понимаешь важность своего нового положения, ибо ты скоро услышишь слова, которые изменяют жизни, изменяют судьбы. Надеюсь, все, что тебе нужно было в моем склепе, уже взято, ибо когда ты уйдешь, ты не сможешь вернуться. Итак, не пора ли начать новую жизнь? Мне пора. Отправь меня в убежище. Очень хорошо. Сейчас начнется твое настоящее путешествие. Скоро мы станем очень близки. Ты и я. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Однако, прежде чем я отошлю тебя, я хотела бы сделать тебе один особенный подарок. Я вижу, ты еще носишь с собой клинок горя, оружие, данное тебе Люсьеном Лошанцем при первой встрече. Позволь мне высвободить его истинную силу. Отлично, вот этого я и ждал. Увидишь, клинок горя стал несколько более эффективным, чем раньше. Теперь в путь. Служи нашему отцу ужаса до своего последнего дыхания. Хорошо. Поэтому мне и не нужно другое оружие ближнего боя. Аркуэн и я оказались в убежище в Чейдинхолле. Нужно поговорить с Аркуэн, который теперь будет мне слугой и наставником. Пять. Повреждение здоровья на 10, сила воли на 10, деморализация до уровня 3 при ударе, повреждение магии 10. Офигенно! Так, хорошо. Прикольный. Так, ну что, я опять перегружен. Как это... ну клинок мне дали. Хорошо, что-то нужно еще выкинуть. Я бы, конечно, дотащился он до ящика бы. Да ладно, так дотащим. Мы умеем, мы могем. Так, ну, допустим, вот тебя откинем. Кираса, конечно, просто, ну, очень крутая. Давайте вообще ее попробуем надеть. Выглядит она, конечно, что надо. Блин, слишком круто выглядит. Но на ней такой скрытности нет. Ой, не знаю. Хранилище братства. Это что такое? Ингредиенты. Так, ну ладно, давайте скидывать. Вещатик, допустим. Скинем кинжал онемения. Неплохой, кстати говоря. Посох. Стрелы оставим. Темно-красный потрошитель тоже крутой. Так, это уберем. Хорошо. Так, подожди, робы еще. Значит, мы вот это вот скидываем тоже. Очень много крутых вещей, я думаю, что потом из этого просто буду себе сет создавать. Именно того, что мне нужно. Так, я робу одну выкинул, лишнюю. Одену все что-то крутое. А на пока что робы хватит для наших дел. Это, я думаю, самое оптимальное. Так, ну что, здравствуй. Уважаемый слушатель! Я предлагаю себя в качестве твоего скромного слуги и гида. Пожалуйста, позволь мне ввести тебя в твою новую роль. Вот что я предлагаю делать дальше. Я останусь здесь и попытаюсь восстановить это убежище. Я начну набирать новых членов. Тебе же нужно заняться своими новыми обязанностями. Эта статуя в Бравиле служит связью между Матерью Ночи и Слушателем. Раз в неделю тебе нужно навещать эту статую, говорить с ней. Тебе будут поведаны имена и города. Это люди, молившиеся Матери Ночи.
им должен нанести визит уведомитель, чтобы организовать чье-либо убийство. Тебе необходимо только посещать статую раз в неделю, узнавать имена и города и передавать сведения мне. Я буду здесь, в убежище. Делай это, а я буду передавать тебе часть недельного дохода убежища. Предстоит еще сделать столько работы, столько работы. Понятно. Квесты за темное братство, судя по всему, выполнены. Остались вот таким вот случайным образом генерируемые. Если что, поправьте меня в комментариях. Но я понял так. Если это неправда, то мы, конечно же, вернемся сюда. Но пока что, как-то, честно говоря, неохота мне вот эту вот рутину выполнять, не будучи уверенным, что мы проходим сюжетку за темное братство, а не тупо сгенерированные квесты, которые служат там только для того, чтобы мы денежку получали. Так, ну и хорошо. Давайте. Я думаю, сейчас, что у нас там еще было? Блин, это была крутая ветка. Если я не захочу это делать, то никакого наказания не будет. Говорят, что... Так, знаете что? А, вот, я же этот квест хотел. Мне по карте показали, где он находится. Он находится где-то... вот тут вот, где-то в этом месте. Поэтому сейчас мы пойдем искать именно эту местность. Так, а, ну нам выбраться нужно наверх. То есть помните, оружие, которое убивало вампиров пачками. Оно нам очень пригодится, я думаю. Хорошо, опять ночь. Вампирское зрение все-таки насколько делает интереснее картинку, на мой взгляд. Так, где-то, ну я думаю, мы вот от замка, или даже вот от покинутой шахты, отправимся строго на восток и где-нибудь ее тут найдем. Кстати, люди, которые в комментариях пишут, что нам пора отправиться. Ой, как громко. Опять гроза. Так. Не ори так, пожалуйста. Короче говоря, люди, которые пишут, что нам нужно отправиться по квестам... Смотри. Про безумие. Нам пока рано туда идти. Да и, честно говоря, не сильно охота. Я, наверное, в ближайшее время между сериями прокачаю рукопашный бой. Как время будет. Потому что охота уже какого-то разнообразия. Ну, луком мне, конечно, очень нравится пользоваться. Но все же. Так, я пойду пешком. Это будет длительный поход. Как-то вот так вот. Где-то здесь этот квест на... Ты посмотри, какой ветрище поднялся, обалдеть. Да. Просто гроза. О, как пакостно. О, хорошо, что у нас капюшон есть. Тут наша броня даже выручает маленько. О, прошел. Круто. Быстро. Фу, и солнце вышло. Шикарно. Так, ну, пойдем куда-то. Сюда, в глушь. Да, игра очень красивая. Кто бы что ни говорил. Я думаю, тут никто не будет возмущаться, не соглашаться. Ой, пардон. Смотри, опять гроза. Тихо. Судороги. Это плохо. А вон там что-то, по-моему, вырисовывается на горизонте. Блин, да чё ж тут интересно и приятно находиться. Круто. Кстати говоря, да, люди, которые говорят, что вот мы установили Oblivion, графика у нас не такая приятная.
Ее немножко перерабатывает Аскура Верхов. Смотри, опять гроза идет. Да что ж такое? Ах, что за бред. Распогодилось, да? Ох, с громом. Да. Смотри опять. Что-то как-то это странно все, по-моему. Эй, вы там наверху! Успокойтесь уже, пожалуйста. Я не понимаю. Смотри опять. Нет? Похоже на то. Это как минимум очень и очень странно. Так, вот где-то тут. Поэтому нужно быть внимательней. Да блин! Опять дождь, что ж такое? Воющая пещера. Это очень странно. Опять, смотри, какая погода. Вот, вот оно похоже. То, что нам нужно. Я вот и темени и не увидел даже. Так, окей. И опять ветер поднимается. Ну да. Погода тут странная. Что-то явно с игрой не то произошло. А мне нравится такая погода, это необычно. Так, но это явно не то место, куда мы идем, потому что я помню, оно где-то чуть восточнее было по карте. Просто посмотрим название. О, какая пакость. Да, явно не оно. Дайте мне название-то уже, пожалуйста. Силорн. Нет, ух ты, посмотри. Силорн это... явно не то. Опять идет. Волнами просто. Хорошо, поворачиваемся вот сюда и погнали. Хочу найти. Где там эти вампиры? Может... ой, елки-палки, медведь! Ой, а вы кто? Ребята, вы свои? Да-да, гоните Мишку. Гони его. Гони, ломай. Прикольно. Ой, твою мать, не надо. Тихо, ребята, спасите, пожалуйста. Он же сожрет меня. Вот так, отлично. Ух, жуть какая. Голодный черный медведь. Что ты хочешь? Вы кто? Ничего не знаешь. Береги себя. Что? Отлично. Значок дракона рожденного на груди. Прикольная броня. И тебе всего наилучшего. Так, ну ладно, идите по своим делам. А я буду дальше наслаждаться прекрасной погодой. О, блин! Надо под дерево. Фу, какая пакостная, елки-палки. Так, хорошо. У вас как-то было так тоже. Шел по улице. Так, боги меня не прощают за то, что я вампир. Богомерзкое создание. Так, хорошо. Ищем. Ищем. Где-то спереди что-то вон там есть. Не, ну конечно, вот такие вот природные явления, они прикольные, но я надеюсь, это не на все время у нас сбой такой. Да вроде и не должен быть, потому что мы сколько уже играли, нормально все было. Да. Круто.
Так, хорошо. Это то, что я думаю. Да, Норнал Хорст. И мы пришли куда хотели. Отлично. Фух, так. Я в Норнал Хорсте. Теперь самое время проверить, насколько правдива книга о вампирах. Если написано верно, стоит ожидать, что эти вампиры будут драться насмерть за зарю рассвета. Лорд Волмер, если он все еще здесь, будет крайне опасным противником. Мне следует убедиться, что эта задача мне по плечу. Так, ну убеждаться мы будем в следующей серии. Довольно-таки интересная получилась эта серия. Мы разобрались с Темным Братством, то есть по полной программе выполнили квесты, судя по всему. Если это не так, поправьте меня. Теперь беремся за что-то новое. Как всегда, перемены — это интересно и круто. И вот этот квест, я думаю, будет крайне крутым. Так что увидимся в следующей серии. Увидимся в следующей серии. Пойдем в этот склеп, посмотрим, что нас там ждет. Я думаю, это будет интересно, вполне возможно, сложно. Но как бы там ни было, справимся так или иначе. Или отступим. В общем, увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.